Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре инвестиционный майнер, называется 3x Mining. Регистрация наипростейшая, имя пользователя я прописала цифры вроде мобильного телефона. Далее пароль сюда прописываем. Далее адрес электронной почты. Сюда. Ну. И кликаем зарегистрироваться. Все просто. Ну, зависло. Сюда адрес электронной почты и зарегистрироваться. Открою вкладку. И мы попадем в кабинет. Минимальный депозит здесь от 10 криптомонет Tron. Ежедневно 8%. Это идет с майнера. Ну что-то все зависло. Так, как я сказал, 10 монет Tron. Так вот, под 8% ежедневно. Идет он как накопительный. Вот. От 10 показано. Ну, а далее по нарастающей. Это уже смотрите сами. Напоминаю, это инвестиционный проект. А все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Я рискую своими монетами, вы же думайте сами. Ну, это типа бонус, он ничего не значит. Значит, ну, здесь это можно перевести на русский. Вот здесь у меня английский стоит. Если мы кликнем, можно поставить русский язык. У вас изначально будет стоять русский. Вот у меня стоит английский, я поставила. Так. Так, ну что, давайте сначала сделаю я... давайте депозит. Кликаем на депозит. Значит, на эту синюю трансфер по аккаунту, на этот. Я кликаю. Значит, и можно пополнять с любых платежек. Естественно, я буду пополнять Tron. Как бы. И значит, смотрите, я буду пополнять на 70 криптомонет. Значит, 8%. На 70 это будет у меня доход идти. 5. Точка и 6 монет. Так как минимальный вывод отсюда 5 монет. Кликну на Tron и мне дают адрес кошелька, куда я должна перевести монеты. Я его копирую, как обычно. Идем в линк. Так, send. Вставляю адрес кошелька. Семьдесят монет я буду отправлять. Вот я 70 монет отправила. Так. И вот теперь вот сюда нажимаю на желтенькую вкладочку о том, что я пополнила.
Так, ну что, далее что теперь? Показываю по поводу вывода. Значит, вот мои 70 монет. Вывод мне будет доступен позже. И минимальный вывод здесь от 5 криптомонет. По выводу я запишу отдельное видео. Значит, вам что нужно будет сделать? Я уже прописала кошелек. Вот сюда на галочку, вот на эту нажать. И у вас будет написано «Добавить кошелек». Вы кликаете, у вас здесь появится окошко. Вы прописываете адрес кошелька. Далее, два раза пароль у вас здесь будет. И этот пароль нужно будет вводить каждый раз при выводе монет. И кликаете «Сохранить». Так, с этим я вам показала. Теперь что еще? Так. Значит, здесь у нас реферальная ссылочка. Мы кликаем, ссылочка копируется. Также есть инвайт-код. Без него регистрация не пройдет. Здесь у нас инвестиции. Вот. Показано VIP. Ну, а здесь ежедневно собирать монетки я буду. Как мы видим, минимум 10 TRX. Идет как накопительная. Вот. Ну, вот как-то так. Ну и возвращаемся. Ну, а здесь вот это постоянно выскакивает. Также депозит, вывод. Поделиться реферальная ссылочка. Будет команда. Это мобильное приложение. Это информация. Там нет ничего. Ну и все, в принципе. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите, друзья, мимо. Как я сказала, это инвестиционный проект. А что касается инвестиций, как бы ни был хорош, всякое может случиться. Также у меня есть несколько таких проектов. Мне отличные проекты. Вот Tron Life. Также я здесь работаю, зарабатываю. И они работают, знаете, нормально работают. Это новый Tron Life. Я в него заходила. Сюда я депонировала 60 монет. И ежедневно я вывожу, также у меня ежедневно выходит 5.40 монет. Здесь под 9% он платит. Сегодня я буду делать вывод чуть-чуть позже. Правда, у меня вот 16 монет. Я вот сегодня чуть позже соберу монетки и я поставлю на вывод. Также вот хочу показать выводы. Вот мои выводы. 17 числа я выводила, как я уже сказала, идут как накопительные. Я вот ежедневно захожу, собираю. У меня уже набрано 16.20 монет. Сегодня еще соберу и поставлю на вывод. Также у меня вот этот работает. Друзья, он вообще работает с прошлого года. Также работает, платит. Все замечательно. И также я вывожу здесь тоже минимум 5 монет. Сейчас на балансе у меня 1.20 монет. Вот рекорд. Также я 23-го выводила, как видим, все, весь мой вывод. И вот этот еще. Также с прошлого года он работает. Здесь минималка уже 10 монет. На вывод. Также я благополучно все набираю минималку. Вот. И вывожу.
здесь вот 0,80 монет, как я сказала, они все идут как накопительные. Вот эти аналогичные. Минимум здесь 10 монет. Вот рекорд. И также я вывожу. Вот 10,40 я выводила тоже 20 числа. Так что думайте сами, решайте сами. Вот проект стартовал. Вот этот вот он. Стартовал он вчера, 20 числа, поздно вечером. Я в него зашла, но сегодня решила записать видео. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!